Всем привет! Вы на канале «Мистика рядом. Паранормальные истории». Меня зовут Роман. Я занимаюсь исследованием феномена электронного голоса. Сокращенное название – ЭГФ. Феномен электронного голоса можно назвать современным спиритическим сеансом. Также такой сеанс имеет название «Инструментальная транскоммуникация». Такие сеансы можно провести дома с использованием компьютера и дополнительного оборудования. Основателем в исследовании транскоммуникации я считаю Фридриха Юргенсена. О его исследованиях есть статьи в интернете, где можно с ними ознакомиться. Многие не верят в такие сеансы, считают их шоу или обычным монтажом. Можете мне верить или нет, но на каждый заданный вопрос приходит осмысленный ответ. Я сам был скептиком и не верил в паранормальное. Но все в жизни меняется, и мое мнение тоже изменилось. Наш мир хранит очень много тайн. Например, постройки в Мексике, мегалитические сооружения в Перу и других странах Латинской Америки, пирамиды в Египте. На сеансе транскоммуникации я решил узнать у тонкого мира о строительстве пирамид. Кто и для чего их строил? Дорогие друзья! Если вы впервые на канале «Мистика рядом» и вам нравятся спиритические сеансы, мифология и паранормальные, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии и по возможности делитесь с вашими друзьями этим роликом в соцсетях. Я не заставляю вас верить в существование призраков. Это всего лишь научный эксперимент. Всем приятного просмотра! Здравствуйте! Мне могут ответить из тонкого мира? Кто на связи? Здравствуйте, кто на связи? Иван. Красим. Спасибо, что вы мне ответили. Тонкий мир, я могу вам задать несколько вопросов. Вопросы будут касаться египетских пирамид. Тонкий мир, скажите, пожалуйста, кто является строителем пирамид в Египте? Это были люди или кто-то другой строил их?
Великий мир, я повторю свой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто является строителем пирамид в Египте? Это были люди или их строил кто-то другой? Скажите, пожалуйста. Я видел. Тонкий мир, скажите, пожалуйста, из какого материала пирамиды в Египте были построены? Есть информация, что пирамиды были построены из бетона. Это так? Верно. Не на земле. Тонкий мир, я повторю свой вопрос. Скажите, пожалуйста, из какого материала были построены пирамиды в Египте? Тонкий мир, скажите, пожалуйста, для каких целей или нужд были построены египетские пирамиды? Ответьте мне, пожалуйста. Великан, yes. Реалис. Тонкий мир, я повторю свой вопрос. Скажите, пожалуйста, для каких целей или нужд были построены египетские пирамиды? Тонкий мир, скажите, пожалуйста, под египетскими пирамидами есть какие-либо комнаты или помещения? Если есть, то для чего и каких целей они нужны? Тонкий мир, скажите, пожалуйста, для чего нужен сфинкс? Для каких целей он построен? Тонкий мир, спасибо вам за общение. Я вас отпускаю. До скорой связи. Вот и закончился пиритический сеанс с тонким миром. И вы все сами услышали. Считаю, что тонкому миру и духам нельзя доверять на 100%. И решать вам, верить в ЭГФ или нет. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии и ставить лайки.
Спасибо за просмотр.